Добрый день. Сегодня у нас Toyota новых, 2000 год, двигатель 3S 2-литровый, автомат. Заменим передние тормозные колодки. Начнем с того, что поддомкратим автомобиль и снимем колодки. Приступаем. Так, снимаем колесо. Откручиваем нижний болт, ключ на 14, поднимаем скобу суппорта вверх, но при этом сзади тормозной шланг держится болтом, там болт на 12, головка, его тоже откручиваем. Это тот болт, его откручиваем, снимаем и шланг отводим. Ой, еще родные пружинки стоят, разводные. Снимаем эти пружинки. Снимаем радиатор, вытаскиваем. Внутренняя колодка здесь вот такая идет. Наружная колодка вот такая. Вот как видно уже колодка подошла, пескун изношен. Поэтому заменили вовремя. Направляющие. И это движется, и это движется. Пыльники целые. Поэтому мы их не трогаем. Сюда под резиночку мы маленечко смазки добавим. Разгоним ее вот таким образом. Это высокотемпературная смазка для суппортов специальная. Вот такая вот Toyota. Это старый номер сейчас. Новый номер уже другой идет. Что продлит срок службы поршенька и как самого суппорта. Мы разогнали. Беру такую струбцину специально. И разводим. Но при этом смотрим в бачок тормозное, чтобы уровень жидкости не превысил верхушку, не полился сверху, иначе там выможет вам. Нет, здесь на одну сторону точно нормально, на вторую сторону посмотрим. Все, цилиндр мы утопили, поршенек. Берем новые колодки. Колодки мы будем использовать Sunshine HiQ. По Sunshine они идут SP1433. Так, здесь вот
стоит родной радиатор частично. Но мы родной снимем, оторвем, а поставим заводской, он еще живой, и мы его оставим. Так, ну вот радиаторы поставил. Это у нас внутренняя колодка. Ставим ее на место и смотрим, чтобы вот эти пластины противоскрипные стояли, тоже на месте, не выпадали. Теперь вставляем вот эту колодку. У нас пружина должна быть снизу, не пружина, а скрипун. Берем другую колодку. Открываем этот радиатор. Ставим вот этот радиатор. Когда устанавливаете вот с этой стороны колодки, вот эта вот скоба фиксирующая, которая не дает колодке дребезжать. Вот сейчас я ее сниму, вот она выстреливает. Ее что сверху, что снизу поджимаете вот так вот и на нее заводите колодку. Она получается, колодку держит в натяжке. Все, от этого колодка не дребезжит. Теперь ставим назад вот эти пружинки разводящие. Здесь отверстие есть в колодке. Вот она как раз наглядно показала, как она ее разводит. И ставим вторую снизу. И опускаем суппорт. Ставим на место болт. Закручиваем на место этот болт, который держит у нас шланг тормозной. Затягиваем этот болт. Так, ну вот, все. Мы затянули. Теперь нажимаем на педаль тормоза. Для чего мы нажимаем на педаль тормоза? Чтобы у нас тормозная жидкость в цилиндрике
поджало поршенек к колодкам. Когда вы опустите автомобиль, начнете трогаться, чтобы у вас тормоза появились сразу. Все, тормозные колодки мы заменили, устанавливаем колесо и по такой же схеме меняем вторую сторону. Всего вам доброго!